Всем привет! Наконец-то забрала посылку от интернет-магазина «Мыло Опт». Сейчас буду снимать для вас распаковку. У меня здесь накладная с перечнем всех товаров. Я уже проверила наличие на новой почте, но сейчас еще раз для вас все это сниму. Итак, я заказывала 2 килограмма мыльной основы израильской. Я уже взвесила, здесь действительно 2 килограмма. Потом лаврит сульфат натрия взяла на пробу 50 грамм. Это ланолин. И пчелиный воск. Буду делать бальзамы для губ. Здесь у нас кокосовое масло и масло ши. Все упаковано в контейнеры, удобно. Потом здесь у нас тубы для бальзамов. Их 10 штук. Такие пластиковые тубы с крышечкой. Плотно закрываются. Вот, внизу откручиваются. 10 штук. Также здесь подсластитель для бальзамов и розовая мика. Дальше у нас пакетик с маслами, и там несколько отдушек должно быть. Это у нас масло миндальной косточки и масло макадамии. Это отдушки, пина колада, карамель, киви, арбуз и медовая. Такие вот отдушки. И краситель, красный краситель. Также я взяла 100 пакетиков обычных прозрачных. Пересчитывать не буду. И 10 штук дойпаков. Да, такие пакетики. 10 штук. Здесь бирочки поздравительные для украшения мыла. Да, также я заказала по 10 метров ленточек. Да, это рафия. И там вот 2 цвета ленточек. Один сиреневый, другой такой розовый. В общем-то, все. Да, по накладной все совпадает. Советую всем заказывать. Заказываю второй раз. Всем довольна. Да, спасибо за просмотр. Всем пока.